почему он не в самом начале? Выкинь туда расизм, типа выбей негра, да? За кого негра? Или ты не сыграешь, что ли? Не знаю. Ну, сейчас ты будешь за JD, наверное, хуярить. Наверное. Ты же, наверное, привык к неграм. Конечно. Окей. Что за нытик еще? Он еще, блядь, пиздец. JD, короче, в этой части меня разочаровывает. Как ты успел еще это спиздить, его жетоны? Или это чьи-то другие? Ты, может, это просто жетоны. JD, я знаю. Я знаю, и я так извиняюсь. Да, он был негром, хорошим негром. Он был и нашим другом тоже. Мы там подружились. На севере и в пустыне. Не будь у него Сережа кухни. Lights, please. Это да, это поворот. Я такого не ожидал, бля. Я растерялся. Головочные падения. Ну нахуй! Моего негра убили. Я сам, и самое главное. И что-то нельзя залезть? Не знаю, что, зачем ты тут дверь пнул? Там была след, я думал, ее сломать и полезть туда вниз. Что ты ушел? This way's no good. Смысл их пинать, если? Here, help me lift this. Ну-ка, подсоби, лысый. Alright, okay, I think we got this. No! А чё? Shit! Control, this is Delta. We are in distress. Мэйдэй! Ей присунули, походу. За негра. Что происходит? Кто там, блядь, такой? О! Так, что-то есть. Снуп какой-то. Не, я лучше поставлю. Да почему гранат не могу взять? О, взял. А ты где? Я не знаю. Да вот где. We gotta go! А как туда выйти вверх? Или верхний. А, вверх не надо. Такой, у меня такое ощущение, что Санса выше JD более шустрый. There, that's our way out. Это даже здесь параметры где. Просто это самое, у негра болт мешает ему ходить. Плохому танцору. Слишком большой мешал. Быть понял. Какой-то замок, блять. Мы тут жили. Стул в огонь. Он сгорит, интересно, если стул кинуть в огонь. Ну-ка. Давай, давай. А стул улетает, цени. В невесомости. Видишь стул? Вот он. Или тебя не видно? Мне его нет. Да, блять, жаль. Тогда пошли. О, лансер. Осколочная граната. Ебать, какая-то граната жесткая.
Так, что ты можешь собрать еще? О, мужик, как это готовит. Я так сразу тут. Kill everyone of you! Kill my fucking friends, piece of shit! А, бежит, бежит! Блин, где это? На патрошке они подступили. Ебать. О, что это? Слушай, ну, а кстати... Джиди! Давай я вот эту хуйню на последнего типа оставим. Чё? А, ну пошли это. Fuck you! Это мясо! Ну чё, спрятаться негде, блять, это пиздец какой-то. Понимаешь, здесь нет, что для одного где-то стоит. Да. Ой, блять, меня сложили. Тёма, рез. Оп. Куда пошёл делся? Улетел, всё. Я сваливаю. Блять. Вот так вот и у меня. Не, баски вот он. Тихо, аккуратней! Ебашь его! Давай. Все. А блядь. Сейчас я его доебашу там. Блять. Давай, последняя. Он пизда ему. They're done! Good! Now where's the rest of them? Look, JD, I need you to keep it together. It's not gonna help anyone if you get yourself killed. But fine, Kate. Что-то нужно взять в лансе. Слушай, этот вообще что-то разнулся мой Джиги. Ой, как же так, блядь, как же так? А никак. Все, нету больше негра. Он тебе не очень. Может, из него сделают тоже какую-нибудь тентакль. Тентакль, негр. В конце нападет босс негр. Великий молодец. Автобус. Нет, ну вот это вот то, что мы там проходили, там это был просто ад. Да. Ну, может, лучше? Ой. Ой. Вот она, вот она. Ой, контрольная точка, все. Не пройдено. Ебаный стыд. Так, ладно. Все, граната, вот она. Блядь! Ебать у меня радиус, сука. Толстая жопа бабы подставила тебя. Вот так вот, во всем они виноваты. Шкуры тупые. Ай, блядь! Потяжку покажу. Скажешь, как зальется. Все, заходи. What took you so long? You know what? Forget about it. Just help us clear him out. On it. Яп, твою мать, меня слепили пидоры своими гранатами. Блин, та кнопка.
куда ты вышла, дура? Спрячься. Команда. Что там? Сбиваются. Ой, наконец я. Кошечка. Ловите, мать вашу. О, я нашего убил гранатой. О, Ланси. Оп. Бля, стреляет. Ой, блядь. Что там? Живой? Я ему нахуй. Насумываю. Пизда. Стреляет, ублюдки. Да умри ты, ублюдок. А вон штука пришла. Так, надо аккуратно робота снять. Сука, он прячется за щитом, вот ублюдок. Ой, блядь! Ты откуда здесь появился? Ты его нахуй. Блять. Опасная хуйня. Ты видишь, он сверху челик? Ах ты дарас, нихуя себе ты! Нахуй ножом его. Давай, умри, мразь. Отлично. Так, штука под нашим контролем. Так, давай сейчас я из бумшота как ебу. Блять, все, как можно промазать, блять. Все, теперь она не под контролем. Блять. Сейчас я тебя рисну. Заливаю эту хуйню. Вот мне тут штука. А патроны-то кончаются, блядь, на все. Че ты долго переезжать стал? По-моему, раньше быстрее было. Ах ты, сука! А вот мне тут гранаты подтащил. То, что доктор приписал. Ну-ка, попаду я в эту хуйню. Что это? Блять! Скосило.
Давай, Маркус. Вот хуйня. О, она почти сдохла. Еще пизда. Да, я там, я своего суперкилла разъебал. Подошел. Все. Ну, че, Маркус, скажешь? Проебали Делла, блядь, братишка. Все, пизда, нету Ниги. Черный брат откинулся. Как так-то? Зачем негров обижать? Эй. Че, слезу пустил? Баба, что ли? На тебе пощечину. Нахуярить его. У них это, мужская любовь. Не мешайте. Эх, помню я. В прошлой части вот этот красавчик играл, блондинчик, а сейчас он вообще стал пиздец. Эй, Дел, look who's saving who again. Выебистый чувак приехал. Ну-ка, садитесь в агрегат. Куда это они покатили? Ох, нихуя себе. Бумшот есть, патрохи. Ну, чувствую, сейчас станет будет весело. Так, я, наверное, бумшот возьму. А, ты же взял? Да. Окей. Большой семенищок. А, вот он. Не, бать! Сейчас я возьму второй. Опа! Патрок. Ты чё, мать вашу? Они сзади! Они сзади! Два ствола их, да, нахуй! Там еще двое. На, нахуй. Да ну, их можно не тратиться. А, тут патроны бесконечные. Так все можно хуярить. Йо, вот она. А, дверь, ты у меня в воздухе висишь. Нет. Нихуя себе. Нихуя себе, я сказал. Гробоиды, блядь. Гробоиды атакуют. Тут патроны. А, хотя патроны, так дохуя. Он штыляет. Ты мразота. Мразота просто. Ебать, тут лезут. Чувак, ты как-то там вообще опасный. Да, я уже понял. Я ползу. Солдат, спаси меня. Я спрячусь. Да они просто с неба падают. Ёпт, а, меня снайпер, думаю. Кто меня скосил? Ой, блядь! Мне пизда. Мне месяц какой-то дикий, блядь! Да пизда. Меня этот подрывник захуярил. И сам он даже не взорвался, просто захуярил. Он будет наказан. Здесь только наказан, Вася. Так, надо не высовываться, надо вот спрятаться. Чего, эти с неба падают, ублюдки? Вон он побежал куда-то. Да, не действует, вперед, пизду. А где снайпер? Что-то я не понял. А, вон он. На тебе, лови туда. Подарок, пизда снайперу. Че, нежданчик такой, оп-оп-оп, он такой стреляет, просто ему прилетает. Так, там это самое, подрывники. Там что, череп убили. Оп-оп-оп, подрывник, сука. Что
тупо сука сводится. Бля, ебать, какая-то вообще лютая дичь. Лютая лють. Со всех щелей, что ли? О, подрывник, подрывник. Я не успел убить его! Тебе пизда? Да, не пизда. Ебать, какая-то хуйня лютая происходит. Я в шоке. Ну чё, понеслась. Моча по трубам, блядь. Вот этот аппарат. Где вы там? Снайпер, снайпер. Возьми, давай копай. Вон снайпер сидит за этим самым. Вот тут он. А, он побежал, побежал, вот он, вот он. Готов. Мать его, там к тебе бежит, к тебе. Еще один где-то, еще один где-то. Еще один? Не вижу. Я слышал. Да, я тут слышал. Я слышу, слышу, слышу его. Вон сверху. Ага, вон он, опять на том же месте. А? Ну чё ты, ублюдок? Лови нахуй! Чё, взорвался, да? Взорвался, походу. Да неужто мы прошли? Слышишь, кто идёт? Да. А где он идет? А вот он. А ты наверху? Сейчас все меня полетят. Ха-ха, лохи. Блять, это хуйня еще. Ну я говорю. Летающие. Давай, давай, уходи, чувак. А еще летающая хуйта прилетела? Да, я типа что? Прикинь, как бы там охуели. Представляешь, как бы мы охуели? Да вообще пиздец. Все, меня поймал, убил. Ты представляешь, что это за хуйня, да? Ой, а покинь нас сложно. Я тебе говорю, там вообще просто, мы бы, блядь, полвечера проходили эту залупу, а когда бы дошли до этой хуйни. А, это чекпоинт. О, бля, нихуя себе. Знаешь, мы проходили бы, а если бы не было чекпоинта? Ой, я его захуярил. Блядь, я перезаряжал вообще. Как не вовремя. Блять. А что ты хуйню разъебал сначала? Я понимаю. Кого, блять, кого тут первого разъебывать? Давай летучий. Фокус по ним. И аккуратнее, не подходи к нему близко, он тебя разведет. Так, а как его обойти-то, ёпта иметь? Наверх, ко мне. О, бля. Разъебалось. Теперь по кэрриеру. Давай, открывайся. Пёс. Пёс. Ничего.
Давай, робот, жги его. Давай! Давай, 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 забрай сюда. Но. О, у него остался вообще копейки. О, слушай, он дальше не пройдет. Ебать, успел. Попало. У меня есть вот что против этого ублюдка. Иди сюда, куда пошел? Так лучше. Втащил. Ништяк. О, блядь, ебать мы, конечно, мозги ебали. Долго. Да, в пизду, блядь, просто пройдем эту игру. Нужно было бесконечно, реально. Гоу-гоу-гоу! Ну, не бесконечно, ну. Но... Вот она! Когда-нибудь бы игру удалили все-таки. Халявный патрон. Нет, дай-мять. А у меня вот что есть? На, нахуй! Ёпта иметь! Лови нахуй! Ой-ой-ой, чё за дичь? На, нах! Ничего не знаю, пока я бесконечные патроны буду его заливать. А тут турели. Hey you, big guy, over here! Stop this way! I dare you! Ох, нихуя себе! Пацаны! Давай, нега! Oh, when I said the fun part! Ha-ha! I meant fun for the cold tree, baby! Oh, what the? What the fuck? Сейчас этот гробоид выскочит на пудов. Мать гробоидов. Вот она. Потух. Ты диджей у них, то клоун какой-то. Нихуя себе! Вот это красота вообще, это как теперь. Я помню. Окей, Фаз, I think we're clear. But we killed that goddamn thing. Ну и заря не пока слава. Мы в кузове от КамАЗа, короче, спасаемся от гробоида. Watch out, we got more of them. Сразу видно, дорога русская, чувак. Ебать, это еще перекрестный огонь. Какие-то хуйни летят. Что вообще происходит в этой игре? Кто хочет войны? Так, 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 покажите мне эту хуйню.
кто стреляет? Все. Ой, блядь! Ой, блядь! Понятно, понятно. Что тебя разъебал этот, блядь, да? Да, я не хотел из машины выходить. Лямбный патронами. И поплатился, да. Да-да-да. Тут лансер с ГП есть. Я бать мой папы бежит. Что меня сняло? Moving toward you now. О, да, вот там брать, это не бой тут считать, пацаны. Ебать, их твой, что ли? Да, она, смотри, на сроку чуть-чуть прыгала. Ага. Нахуй. Ёпты, мать, что происходит. Пойдём. Дельта, что ты делаешь там? Поднимайте свои руки на стене! Армайн! Полезла, шлюшка. Опа, опа. Не было печали. Ебать. Вот так вот надо разъебывать эту хуйню за раз. Да мы ты ебались. Пушка, конечно, топовая. Ну-ка, солдату, иди. Дайте сесть. Так, я готов отстреливаться. А, ты ну проголосовал, да? Да. Минус одна. О, вторая ушла. Что-то они как-то активно на меня смотрят. Давай, давай, давай. Оп. Вот она. Не ждали. Сильный грохот, блядь. Музыка усиливается. Учение зверя. Там, наверное, неприятно пахнет. О, тут патроки есть. Бесплатные. Любые на выбор. Кого он схватило? А солдат там был чистый. И в рот её вниз. Тебя съели, нет? Нет. Пацанов наших жрёт. Ебать, она ломает камни. Ты чё, мразь? Я вот эту штуку. Чё? Может, вообще не надевается. Усы не надевается. Можно вот эту штуку активировать? Давай, там, смотри, облако это не чуть-чуть. Пультай. О, можно её это включить. Как её включить, как включить? Не включается? О, включается. О! Иди сюда! Иди, поворачиваю, поворачиваю! Ну, нахуй! Ебашь её нахуй. О, бля. Я промазал или это? Она такая косая. Наверное, так и задумал. Ах ты, мразь. Да, главное.
Оставь пацана! Ой-ой-ой, меня схватило! Да, раскрывай. Да-да-да, все нормально. Там же нахуй. А, меня схватили, чувак! Режь, на F. Ой, пацана спас какого-то. Я патроны, блядь, сука. Слева, дохуя. А, вижу. Блядь! Бля, тебе схватили! На F. Да-да-да-да-да! А, пизда! Нормас! Сейчас ели? Не-не-не, нормас. Пацанов даже всех уже поело. Скоро ей жрать будет нечего. Спасаем еще одного жертву. Блять, это заебало. Блять, все. На третий раз, наверное, уже не получится. Получится. Даже, наверное, весело, аттракцион такой. О, нужно активировать теперь эту хуйню. Блять, она поглощает. Что, блять, по яйцам ее еще внутри рта. Так, врубаю эту хуйню. Поворачиваю. Да, бля. Да чё ты? Блядь, у неё ещё два рога, смотри. Да, походу ещё два раза надо будет. Я бачу. Байтер не падает. Вот этот байтер. А, вон сзади что-то можно сделать. Нет. Мол, там хотят ёбнуть её. О, мол, там по Джеку навелись. Ага. Минус ещё робот. Хорош. Ебать её распидорасило. Ядреным взрывом. Это термоядерный взрыв произошел. А наши же там чуваки были, блядь. Все пиздаем. Не, ну, если он хуй так ядерный взрыв не берет, то они же не видите, лохи. Типа, в мразе, да? Подумаешь. Ебать там воронка, и они выжили. Да как там ударной волны должно было просто нахуй. А где лысенький? Лысый не выжил. Да хуй, там главный герой не умирает. Какая-то свастика мне на шее. О, Нига умер. А, нет, Нига живой. Это не Нига, это... Не знаю. Афроэсикимос. Блин, сколько их тут? Я боюсь их. Они меня пугают. Негр выжил. И Палыч выжил. Палыч это самое главное. А, вон лысый. С ботяней. Чё грустишь? Мы ж победили, боец!
Я боюсь представить, сколько человек нужно, чтобы гроб нести, где лежит вот один из этих. Выкинь-то на подъемном кране каком-нибудь, на погрузчике их хуярить. Там еще гроб такой будет, в стиле такой металлический, блядь, 2 тонны весит. She'll be back. Она вернется. I know. But not if we find her first. Дима пишет. Задриш. Скажи нет. Я написал, что да, Сви. Я создал нашу компанию. Все, конец. Все, блять, что серьезно? А я думал, пятая еще будет это самое. Там же их по 5 обычно. А на чем это закончилось? Что это? О чем это вообще? Да, вообще непонятно. Сейчас скажу, пока пойти DLC, пацаны. Я что-то не понял, блядь. Я тоже просто убили это животное. И все. Я думал, будет как сейчас какой-нибудь босс хороший. Нет, ну, блядь, должен же сюжет был к чему-то привести. К чему он нас привел, не понял. А ни к чему. Все, поиграли, все. 9 вечера уже отыграли. Кстати, надо пройти там миссию, которая похерилась. Сейчас, наверное, пройдем ее. Кого? Миссию, помнишь, которая у меня похерился видос? Да давай. Сейчас роли пройдут, запишу их. А я уже все. Ну, птичьи, пофиг. Я-то не вышел. Пускай роли пройдут. Я, кстати, недавно метро допрошел. Нигде никак не обыкновенное. А, ну вот это вот, последнее. Я ее никак не мог пройти, если некогда было. И как играть? Прикольно. Концовка особенно бы порадовала. Вообще. Тихо мне рассказывай. А ты не прошел? Нет, конечно. Поясни, ты. Бля, ну концовка вообще. Я потом на Ютубе вторую концовку посмотрел. Ты знаешь, я в RDR играл онлайн. Такая хуйня. Просто удивись. Да, я поиграл тоже, какая-то вообще дрочь. Тогда простой RDR без онлайна нормас. Такой более-менее. Да. Вот, а это, блядь, ебать, какая-то вообще залупа конская. Онлайн этот. Не, ну, поиграть можно, кстати, просто там побегать так. А так, да, он не очень. Не очень, и звать его никак. Мерзкий RDR. Я, кстати, начал тоже приходить его, RDR. Я еще год назад прошел. Даже полтора. Потихонечку. Хуля. Хули. Теперь я жесткий диск купил на 8 терабайт, а видос есть куда закидывать. Вообще маньячина. Да, все. Не, я хотел купить сразу на 12, но думаю, блядь, чересчур дорого стоит. Пока ладно, 8. 8, блин, сколько? Что-то, 13, по-моему, косарей обошелся. Что типа такого, да. А на это? А на 12, по-моему, 20 с хуем. Сколько? 20 чем-то стоит. 25, по-моему. Прикольно. Прикинь. А я сегодня видел такую прикольную вещь в магазине. Сегодня ездили ноут, покупали там на работу. И это USB SSD диск на 1 терабайт, это Samsung принял. USB SSD, нихуя себе. Знаешь, сколько стоит? 14 косарей. По-моему, можно просто один SSD-шник купить на терабайт. Его как-нибудь переходник купить. Ну вот как вот я купил себе переходник за 700 рублей и, блядь, SSD-шник за 11 косарей купить на терабайт. Ну да, и все. Вот тебе USB SSD. Ну там типа, наверное, же, типа там, блядь, от Samsung, да, как тебе еще накинули 3000. У меня тоже SSD от Samsung, но в плане это... Что-то дороговато. Это как я у Вилсакома смотрел, как он этот MacBook этот самый Pro. Я его купил типа за 2 миллиона. Думаю, ебаный стыд, 2 миллиона. MacBook Pro. Типа 2 миллиона. У него какой-то видос там есть там. Он собирал тоже уже. Не, видос-то можете позвонить еще. Я думаю, блять, 2 миллиона за MacBook. Ебаный стыд. Нахуй он сразу. И самое главное, 190, сколько там, 6, по-моему, гигов оператива. Я думаю, еб твою мать, нахуя тебе столько?
куда ты будешь это самое их в банки засаливать? Нелегко, он очень богатый. Понятное дело, не, просто нет резона столько оператива, если у тебя не сервак. Для сервака, да. Ну не сервак, тебе 32, а за глаза хватит. Ну не 196. Я еще не знаю, какие-то траты непонятные на ровном месте. Ну ты считаешь так непонятно? Ясен хуй. Ладно, я понимаю, у него в маке там стоит две радионовских видюхи, там еще, ладно, там видос. Ты что ты как-то мне прерываешься, я не знаю, это у тебя из-за чего. Не знаю, вот ничего не грузит. Две радионовские чего, видяхи у него стоят? Да. Я думаю, блядь. А ради этого стоило покупать за 2 миллиона. Комп. Хуйня. Я бы лучше за 2 миллиона купил несколько крутых компов. Не, на самом деле сейчас за миллион, наверное, комп, наверное, такой топовый можно собрать. Топовый топовых. И это самое главное, еще не максимальная сборка, прикинь. Максимальная стоит 4,5, по-моему, миллиона. Я лучше квартиру куплю за такие бабки, чем какой-то этот самый один комп. А мне кажется, ему просто этот самый подогнали MacBook, эти самые Apple, да и все, сказал. Ну-ка, пропиари наш MacBook, да и все. И не еби мозги. Может быть, ты и прав. Потому что, ну, я не думаю, даже он, блин, не стал бы, наверное, покупать. Это для мега крутых богатеев такие MacBook'и. Я вот не знаю, вот я думаю, можешь вот купить себе SSD-шник на 512 гигабайт. Зачем? М2. Ну, блять, свой заменить, который у нас 128 стоит. Ага. Ну хз, хз. Ну вот он стоит не так дорого, 4000. 4К, ну, в принципе, да. Почему бы нет? Я вот на терабайте купил, сейчас игры некоторые такие тяжелые устанавливаю, вот этот установил. Не, ну у меня на терабайтик стоит, как бы, но он саташный, а это типа М2. Ну да. Вот я на М2 свой поставил этот RDR, и сейчас быстро загружается, тык-тык-тык. Ну все равно тоже есть у него эти загрузки, прогрузки такие. Но я думаю, если бы он стоял на обыкновенном жестком диске, там, наверное, вообще пиздец бы тупняк был. Хуй бы запускался нормально. А если учесть, как я это миссии перехожу, это вообще пиздец. Спалился, убил чувака. Меня спалил второй чувак, приходится его, ну, угрожать ему. Пока ты угрожаешь одному, еще какой-то тебя палит чувак. В итоге начинается. Просто я бегаю за всеми и режу, как свиней. Если приходится загружаться, миссию заново приходить. Да, тупо палево. Бля, опять у них тут перепись населения. Сколько тут это самое? Человек делали-то эту игру. Миллиард человек. Хорн. Дилан Харт. Один. Что значит один, интересно? Док. Торрент Гурс какой-то. Тест ассоциайт. Так, ладно, пускай пока идут эти самые роли. Сейчас я подойду.
роли все еще идут, офигеть. Офигеть, нафига ты их записывал? Ну, чтобы по приколу было. Чтобы все знали, кто эту игру делал, чтобы можно было пальцем тыкнуть и сказать, вот этот чувак делал игру. Сейчас тут, наверное, осталось немножко. Интересно, а если так посчитать, в какой игре самые длинные были роли? Так потом... Даже не знаю. Загрузить. Так, ну и во что нам еще играть? Ну, сейчас миссию допройдем, а дальше нужно думать. Можно, кстати, потом собраться реально в РДР, поиграть онлайн. Посмотреть, что там. Как там. Попробовать, так сказать. Вон Дима по-любому будет. Лысый. Лысоволосатый. А он так и, блядь, и вроде даже... А, не скачал, скачал, Дима, пижу. Не, скачал. А у тебя есть World War Z? А, нет, нету. Я ж не стал покупать. Так-то вот. Я знаешь, еще какую игру хочу поиграть? Я не знаю, может, от Рома будем играть, еще точно не знаю. В Steam называется... Darksiders Genesis, во. Да, название знакомое, не помню, про что оно. Вот сейчас она, конечно, дорого стоит, типа сейчас со скидкой 900 рублей, нихуя себе, да? Вот. Но, в принципе, когда... Она, типа, кооперативная на двоих, я так понял. Да. Угу. Ну, смотри. Что делать, Денис? А, ты у тебя субтитры. Нет, я записываю. Если я сверну, они не будут записывать. Я просто на весь экран играю, не в окошке, как Дима. Чтоб запись-пись была. Сейчас пройдут, посмотрим. Ну пока дорого, будет стоить 500 нормально. Ты прикинь, в Steam всякого барахла на 105 рублей продалось. Ну там всякие вот карточки, да, там выпадают. Ну, кстати, наверное, по нам выпадало сейчас что-то еще тоже на продажу выставил. Продавать. А я акциями торгую, сейчас вообще нормальная тема. Ну так ты там уже вообще развернулся. Я хочу всего, чтобы миллион дали, попробовать миллион закинуть и попробовать даже на рубль вот эту десятку удастся реально срубить с акций. Будет вообще прикольно. Так купить 10 тысяч акций, хуяк, продать. Потому что реально, вот покупаю, например, 1000-2000 акций, да? Хуяк на рубль дорожает, а за плюс 2000, охуенно, думаю. Ну так-то да. Кто ж спал, как бы не. Короче, главное, чтобы они типа не подешевели. А ну у меня вот я купил недавно тоже акции, сейчас минус 10 тысяч. Ну, я думаю, вырастут. Ну, у меня все равно в плюс идет, так что вот эти акции там купил какого-то детского мира. Вот. И сейчас плюс 30 тысяч они стоят у меня. Я сейчас продам, но я жду, когда они еще подорожают. Я жду, когда будет стоить 120 рублей за акцию, и тогда хуяк их солью. Потом, если надо, еще куплю. Ну, потому что еще, дивиденды только выплатили, сейчас будут расти до следующих дивидендов. Нормас. Да, когда большими те самыми акции покупаешь за большую сумму, тогда сразу виден доход плюс. Угу. Когда покупаешь там... Не знаю, за 10 тысяч, за 50 тысяч даже акций накупаешь. Ну, не так видно, там, тысячу, две поиметь можно. Ну, хотя я с полтинника вот 15 тысяч поимел, но это тоже неплохо, кстати. Это охуенно, на самом деле, сделка получилась у меня. За месяц, прибавка к зарплате. Да уж. Ну, там плюс, а минус эти самые, как его... Называют за сделку деньги, там, а потом подоходный налог, вся хуйня. Знаешь, Сань, что я думаю? Что у тебя стоит активация на по голосу на микрофоне. А-а-а. И из-за этого ты у меня как будто бы постоянно прерываешься. Понятно, как-то, понятно. А где она отключается, интересно? Я не знаю, в Дискорде, хотя не знаю, в Дискорде эта хуйня вроде нормально работает. Сейчас подожди, дай я это посмотрю. Голос и видео. Да, у меня тоже активация по голосу стоит, но не знаю, почему-то, блядь, у меня как-то более-менее работает.
странно. Новые микрофоны. Купишь, потом еще настраиваю полгода. Ну сколько, пацаны, уже можно-то? Блин, чувак, просто скипни эту хрень. Не, уже ладно. Уже ждали, надо до конца дождать. Кстати, может, что-нибудь в конце покажут, они обычно любят всякую хуйню еще. О, нихуя себе, почти конец темы. Уже пошла такая залупа. Залупная. Сейчас хуяка видосик покажут какой-нибудь. А тема все проебал. Так ты же записал. Не, хотя ты выложишь через год этот видос. В следующем году смотрите. Ну и чё, всё?